Мам, пап, а когда мы снова встретимся с подписчиками? Да мы... На улицу сейчас пойдем, может быть, кого-то и встретите. Что-то никого так и нет. Холодно, наверное, все по домам сидят. Может, тогда пойдем к ним домой? Джонни, ну мы же это уже обсуждали, ты же не знаешь их адресов. Я тут подумал, может, организуем фан-встречу? Собаки, нам не хочется этим заниматься, разберитесь как-нибудь сами. Ну вот, блин. Я так и знал, что вы просто нами пользуетесь. Ну вот, вернулись, наверное, уже пора рассказать им. Кто это? Мы кого-то ждем? Да, это к нам. Это кто такие еще? Подписчики, что ли? А как они узнали адрес? Но вы сказали, что не сможете встречу организовать. Вот мы и решили всех домой позвать. Куда вы их всех поместите? У вас 10 миллионов подписчиков. Тут очередь на вход, только до Кремля будет стоять. Ой, а мы об этом как-то не подумали. Только не говорите, что вы всем рассказали наш адрес. Почти рассказали. Приглашение отправится минут через 5. Подписчики только загружаются. Вы что, с ума сошли? Нельзя всем рассказывать, где мы живем. Нужно остановить это. Где компьютер? Ой. Кажется, мы его в кафе оставили. Что? Бегом скорее туда. Нужно срочно это остановить. Ух, Никита. Вот он. Нет. Фух, пронесло. Я же говорил, нужно было сразу про наш сюрприз рассказать. Тогда такого бы не было. Собаки, у нас для вас хорошая новость. Так что же хорошего в том, что вы все отменили? Дело в том, что нас пригласили 15 января на открытие 4 лап. И там мы решили устроить вашу фан-встречу. Да, я очень хотела сделать это сюрпризом, поэтому сразу не рассказала. Вау, какой крутой сюрприз. А где именно? В торговом центре 5-я авеню в 15:00. Ура, подписчики! Наконец-то мы с вами увидимся.